Я Хотун, брат Хубилая и внук Чингиза. Брат, ты воин. Я это вижу. Всю жизнь ты сражался и побеждал там, где иные бы точно отступили. Но пока ты точил свой меч, знаешь, чем был занят я? Учился. Я знаю ваш язык, традиции, вашу веру. Знаю, кого обуздать. Кого сжечь? Так скажи мне вот что, самурай. Ты сдаешься?